Прогрессивные технологии для скользкого металлопроката. Чтобы обеспечить высокое качество продукции ОМК, компания «Металлоинвест» регулярно инвестирует в модернизацию производства. Так, во втором прокатном цехе комбината появилась новая абразивно-отрезная установка. Монтаж пилы австрийской фирмы «Браун» начался в ноябре 2019 года. Сейчас уже завершены горячие опробования. Поставщики оборудования присутствовали на всех этапах установки и наладки оборудования. Присутствие представителя фирмы «Браун» на посту. Происходил порез металла согласно контракту в ручном и автоматическом режиме. В процессе горячих испытаний мы порезали, это производились на годном прокате, который уже идет потребителям. Сейчас идет обучение операторов постов управления, кто именно будет управлять этим оборудованием. Обучение персонала обслуживающего, механиков, электриков уже произведено. Абразивно-отрезной станок обеспечивает лучший порез стальной заготовки, что предотвращает появление торцевых трещин, смятия торцов проката, пореза наномерной длины и механические повреждения на поверхности проката. Высокое качество продукции ОМК обеспечивает ей устойчивый спрос на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья.